Мне трудно сказать, насколько это результат обострения отношений между либералами и силовиками. Сейчас все так смешалось в доме Облонских, что не поймешь, где силовик, а где либерал. Я думаю, что это просто такая нервическая реакция наших чиновников на вообще обострение ситуации. Их обложили красными флажками с разных сторон, и, в общем-то, они не знают, что делать. У них нету какой-то последовательной линии поведения. Люди типа Абызова, скорее всего, выводили в гигантских масштабах капиталы за пределы России. И, в общем-то, это, конечно, создавало определенное напряжение. Но, повторяю еще раз, что брать можно каждого второго чиновника. Вот почему взяли именно Абызова? Наверное, потому что самое слабое звено. Примерно так же, как это было с Улюкаевым. Улюкаев был самым слабым звеном и не самым, наверное, коррумпированным чиновником. Вот Абызов, видимо, просто оказался слабым звеном, поэтому его и взяли. А какой-то логики в этих арестах и задержаниях я пока не вижу. Нету никакой линии. Я не говорю даже о какой-то там государственной политике. Я даже не вижу какой-то последовательной линии в защите своих шкурных интересов вот у этой стаи чиновников. Да, конечно, там есть свои какие-то внутренние противоречия. Кто-то кого-то закладывает, вот, потому что идет конкурентная борьба за передел пирога. Надо вспомнить слова Жеглова из известного фильма «Вор должен сидеть». Если будет исполняться наш хотя бы вот этот урезанный куцый уголовный кодекс, то все встанет на свои места. И никто не будет пытаться никуда бежать и чего-то выносить. Ну, в общем, я думаю, что у них уже выхода нету. Они мечутся, потому что в любом случае кара последует. Кара последует, потому что вернись сюда, здесь рано или поздно все-таки настигнет их кара. Если они уйдут туда, они тоже прекрасно понимают, что там за ними следят, и рано или поздно у них все отберут. Так что безумцы, что можно сказать, безумцы. Экономика инновационного развития. Величко, Ефимов, Зазнобин. Почему все попытки модернизировать российскую экономику оканчиваются провалом? Какая ошибка в менталитете наших руководителей не позволяет привести страну к процветанию? Учебник по основам государственного управления, написанный соавторами концепции общественной безопасности, отвечает на вопросы, от которых зависит жизнь каждого из нас. 10 аксиом экономической науки завтрашнего дня. Несостоятельность марксизма, обнаруженная Сталиным. Секреты планирования и балансирования экономики. Способы управления научно-техническим прогрессом. Азы биосферной политики и ландшафтно-усадебной урбанизации. Экономика инновационного развития. Покупайте в интернет-магазине conceptual.ru. Узнай больше на Conceptual.rf.